Санкт-Петербурге открывается экономический саммит «Большой двадцатки». Лидеры ведущих держав мира намерены обсудить вопросы глобальной экономики и мировых финансов. Однако политика и международные отношения несколько омрачили начало работы. Из Петербурга сообщает наш специальный корреспондент Джеймс Фрейни. Отношения между Россией и США сейчас самые напряженные со времен окончания холодной войны из-за целого ряда разногласий. Дело Сноудена, прав человека, торговли и сирийского кризиса. Отношения между президентами Бараком Обамой и Владимиром Путиным достигли той точки, когда двусторонняя встреча между ними в ближайшие два дня даже не запланирована. Многие аналитики, говоря сейчас о двадцатке, практически не касаются вопросов повестки дня, предпочитая рассуждать о похолодании между США и хозяйкой саммита России. Политолог фонда Стэнли Дэвид Шор считает, что Соединенные Штаты чувствуют себя оскорбленными. Самым драматичным, я думаю, было дело Сноудена. Учитывая, что США в схожих случаях выдавали подозреваемых в Россию, это дело было воспринято как оскорбление. Сирийская же тема формально в повестке двадцатки не значится, однако ранее в Москве подчеркнули, что готовы к такому разговору. О намерении обсудить как минимум гуманитарные аспекты этого кризиса говорил и прибывший в Петербург генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.